В этом видео я расскажу вам, как можно высадить чеснок всего за 5-10 минут безо всяких проблем и специальных технологий. При такой посадке вы даже не испачкаете руки и уже через несколько минут будете сидеть в теплом помещении и заниматься другими делами. Метод этот можно использовать, если предварительно замульчировать почву травой. В этом случае она будет как пух и даже не будет нуждаться в перекопке. Или же надо за 1-2 недели до посадки просто перекопать землю. Перед посадкой мульчу нужно отгрести в сторону и приступаем. Нам понадобится всего лишь грабли и цапка толстой ручкой. Борозды при посадке можно не делать, а вот цапка нужна, чтобы при помощи ее толстой ручки сделать ямки для посадки. Начнем работать с центра участка. Вставляем ручку цапки в почву посреди грядки. Наклоняем цапку по кругу, чтобы сделать ямку потолще, и повторяем процедуру, делая ямки по всему участку. Лично у меня получается по 7 ямок в рядке, но это будет зависеть от вашего участка. Дистанция между ними около 10-15 сантиметров, не меньше. Затем берем посадочный материал и опускаем в ямку донцем вниз. Более крупные зубцы я высаживаю по краям, чтобы крупные растения не теснились со своими меньшими собратьями и имели свободное пространство. Затем заделываем лунки граблями, и наш чеснок высажен, готов укореняться и зимовать. Поливать чеснок не надо, так как обычно осенью не так достаточно влаги для растений. Подкормки тоже уже не вносим, поскольку зимой чеснок не должен пустить побеги. Хватит легкого укоренения. Помочь в этом поможет немного древесной золы, которую мы внесем в лунки с чесноком. Если говорить о глубине, то над зубцами должно быть около 2-3 см почвы. Этого будет вполне достаточно для защиты от морозов, если сверху хорошо замульчировать землю.